Москве 10 тысяч глухих и слабослышащих человек, и многим из них тяжело приспособиться к жизни. Я хочу рассказать о человеке, который потерял слух в детстве, но не опустил руки и многого добился в жизни. Хотя он сам расскажет вам о себе. Я родился в Ханты-Мансийске. Родился здоровый. Но через 3 дня узнали, что врачи заразили меня стафилококком. Органы были заражены. Мой папа был ассистентом, а его преподаватель-врач сделал операцию. Так получилось, что при операции повредили один нерв. Я потерял слух. В нашем городе не было специальной школы для глухих. Мы переехали в Чебоксары. Я там вырос. Там был детский сад и специальная школа. В ней я начал общаться жестами. Я постоянно рисовал, но профессионально не ходил никуда заниматься. Я решил, что нужно двигаться дальше. В интернете я искал творческую работу для себя, чтобы меня туда приняли. У меня было 2 возможности – аэрография или дизайн по свету. Моя мама меня не отпускала в Москву. Как же так? Я же плохо слышу. Да как я жить здесь могу? А еще у меня очень строгий папа. Я просто молчал. Ну и ладно. Потом отец уехал. И я начал думать над своим планом. Я искал возможность, как отсюда уехать. Я нашел жилье. Я приехал и ничего не знал. Главное, у меня был адрес, где я снял квартиру. В Москве 10 тысяч глухих, и половина из них приезжие. У всех сложности, у всех все зависит от жизни. Нужно добиваться, а большинство сидят дома, получают пенсию и все. В Москве я 5 месяцев проработал в студии аэрографии. Я очень активно старался рисовать. Мне это очень нравилось. В Москву я приехал в феврале, а через 4 месяца поступил в институт. В общежитии мы жили с ребятами, которые тоже плохо слышат. И мои друзья, братья Ивановы, начали играть на барабанах. И они рассказывали историю музыки, про ноты. И мне это стало так интересно. Этот ритм совпадал со мной. Я как наркоман, мне хотелось еще и еще играть. Для меня главное не слова, а ритм. Вот эта музыка. Я успокаиваюсь. Слушаю, вдохновляюсь. Я не просто так слушаю музыку. Я стараюсь изучить ее, чтобы был приятный ритм. Я разбираю, выбираю, что мне нравится. Например, у меня была такая большая загрузка на работе. Как же мне избавиться от своей усталости? Я пить не хотел. Я пришел играть на барабанах, и у меня все уходило. Все улетучилось.
Для нас нет проблем, для других есть проблемы. Например, все зависит от родителей, питания с ребенком, например. С ребятами мы общаемся, допустим, Павлю, Алексея, Николая общаемся. А мать и сын идет без разницы, пусть будет сын. А чем люди влюбляют какой-то интересный, известный, необычный, а что это за язык? Как это иностранец, а родители просто, они просто не имеют, не могут разговаривать и не слышат. А? И все. Это неправильное воспитание. И поэтому некоторые много думают, что не сможешь, невозможно общаться, да. Оказывается, родителям все зависит от воспитания. Например, врачи или полиция. Они же жестов не знают. Но обратились мы в полицию или в больницу пришли. Как они должны нам что-то объяснить? Или мы им должны как-то объяснять? А в Европе такого уже давно не принято. Уже многие знают хотя бы дактиль. Работают они, да? Работают на свете. Вот. 11 лет они работающие. То есть больше труднее, только они трехового аппарата, а их родители трудящие. Вот. А когда сидели, там, как и, ну, планы, программы, туда, поговорили, то как, а потом мы это... Звонит попросили, а вы можете сказать, вот эти операторы, чтобы как-то глухие со столом сидели, не махать руками. А просто я говорю, что рука, ты здесь тот сам, свой мир, рука такая же. А кто тебя запретили, родители, что ли? Нет, это я сам, просто я не хочу, не хочу. А где это граница? Вот это человек, это граница. Я же глухой, я общаюсь жестами. Моя мимика работает. Мы все люди в одной команде, мы общаемся. Мы часто видели, как театралы выступают. Я глазами воспринимаю движение. Когда я рисую, персонаж стоит. А театралы, они двигаются. Я смотрел и решил совместить это все в анимации. И у меня удачно получилось. Я начал развивать это направление. Мы все, глухие и слабослышащие талантливые ребята, собрались. Нас получилось 6 человек. Начальник с предыдущей работы не хотел, чтобы мы все разбежались. Он решил помочь нам открыть свою собственную студию. Диафильм. Эта студия образовалась 1 апреля 2010 года. Сумасшедшая белка с белой горячкой. Это был наш первый социальный проект от Минздрава. Мы нашли у студии Pixar определенную программу. Там есть правила по уровням, по урокам. Мы изучали. Где-то 3-4 месяца изучали и активно тренировались. Следующий наш проект был Линкольн. В фильме «Ви» мы делали птиц, голубей. Этот проект занял около 5 лет. Мы не слышим, поэтому наше зрение в 2 раза больше, острее. Мы внимательнее смотрим. Угол зрения у нас больше. А у слышащих все на 50%. 50 зрения, 50 слух. А у меня 100% зрения. У меня было много друзей в институте. Мы весело общались. У меня были длинные волосы. И мой друг Кирилл как-то предложил: «Давай-ка мы тебя повреем на лысо». «Ну давай». Всем как-то не очень понравилось. И вдруг одна девушка посмотрела на меня и сказала: «Перемены – это хорошо». И оказалось, это моя будущая жена. Я понял, что людям важна красота, а мне главное – душевное общение. И мы начали больше общаться.
важно, что меня понимают, что мы находим компромиссы, что понимаем, не обязательно что-то сказать. Мы просто так обернемся, смотрим, а уже все поняли. Потому что мы уже поняли, мы на одной волне находимся. А если люди не на одной волне, то им тяжело вместе. У меня есть жена. Я чувствую, я полон сил. У меня есть хорошая компания друзей. У меня хорошие родители. У меня все положительно. Мои дедушка, бабушка. Ну и сестра, конечно. У меня ничего плохого нет. Поэтому у меня все так позитивно. И я получаю позитив в ответ. Поэтому я чувствую. У меня есть сила.